как убрать бока самостоятельно. Причина возникновения боков на талии. Несбалансированное питание и отсутствие режима питания. Стрессовые ситуации и неполноценный сон. Гормональные нарушения, сидящая и малоподвижная работа, злоупотребление спиртными напитками, особенно содержащие сахар, курение, изменения в организме, связанные с беременностью, присутствие в ежедневном рационе большого количества калорийных продуктов, переедание на ночь или ночные перекусы способствуют отложению жиров в проблемной зоне. В вашем питании должны присутствовать нежирные сорта мяса и рыбы. Ешьте отварную или запеченную. Яйца, кисломолочные продукты, творог, йогурт, сыры. Зелень, овощи и фрукты, богатые клетчаткой, крупы и хлеб грубого помола. Важные условия диеты – частый прием пищи и употребление большого количества воды. Самые эффективные упражнения для уменьшения талии. Планка, боковая планка, скручивание в противоположную сторону, плавание. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья!